Атамикен Ай. Под таким названием в этом году пройдет фестиваль исполнения песен из репертуара Розы Рымбаевой. Фестиваль организован Центром народного творчества и областным управлением культуры, архивов и документации. Певица провела мастер-класс для 14 будущих участников конкурса в возрасте от 16 до 25 лет. Участники фестиваля должны исполнить около 10 песен Розы Рымбаевой, вошедших в Золотой фонд отечественной музыки. Голоса исполнителей оценила Роза Рымбаева, признанная казахстанская примадонна, обладательница орденов Достык, Парасат, Курмет. Самый юный участник фестиваля – 13-летняя девочка по имени Айкорке. Она выбрала песню Розы Рымбаевой «Алия». Адильбек еще один участник конкурса, прибывший на мастер-класс. Он намерен исполнить песню певицы «Балдаурен». Произведение по своему содержанию наполнено радостью, весельем. Поэтому необходимо исполнять эту песню с приподнятым настроением, объясняет педагог. А музыкальное сопровождение для юных артистов выполнено под руководством Болата Кухаманова. Таланттар көп екен. Ең қуантатын сол. Особенно радует то, что здесь очень много талантов. На этой земле живут потомки Курмангазы и Дины, настоящие таланты. Здесь каждый второй поет песни, исполняет кюи. Я очень рада этому. Не в каждой области найдешь таких одаренных артистов. Вместе с этим на вечернем фестивале участники будут исполнять песни, которые имеют многолетнюю историю, любимы и незабываемы в народе. Гульшат Бакбергенкызы, Айбек Утемисов, служба новостей.